Тень на морду накладывала, ага. Все было. Так,
Вперед, куда не Уходи только, подожди.
А вот это как красиво. Да? Вот ты видишь. Да, вот ты видишь. Вот. Сейчас я еще сфотографирую. А если ты потом нас еще тоже, можно?
Сейчас с экспертом хорошо. Привет. Играем дальше. А где наш третий?
Третье место приглашается собака породы бигль. На четвертое место приглашается собака породы Джек Рассел Терьер. На третье место приглашается Бордер Колли. Резервным победителем становится Барбансон. Лучшим щенком выставки становится...
Борисович Горгий Пемброс. Так, щенки, кто в расстановке не попал? Юс, так где? Аня, да, сейчас, подожди, Настя. Ой, да, вот, ой. Сейчас, 5 секунд. Девочки, давайте быстрее. Давайте похлопаем единственному ветерану выставки. Готовятся победители групп Пемброс, Доберман, Скотч. Как заменять чурное пеноскоп? Стит, стой, бас, вышла. Американский кокер, Головецкий, Чарльз, и Афган. Собираются победители групп на главный бэт клуба «Далюкс».
кладки не хватило Я могу, конечно, поставить четвертое, если вы очень хотите, но там такая будет горная солянка. Доберман, победитель третьей группы, скотч-терьер, победитель четвертой группы, такса миниатюрная длинношерстная, победитель пятой группы, немецкий шпиц, стой, победитель шестой группы, бассет хаунд, победитель седьмой группы, выжла, победитель восьмой группы, американский кокер спаниель, победитель девятой группы, Субтитры сделал DimaTorzok.
Можно. Сколько нужно? Все красавцы такие. Приговорения там сил нет. Они издеваются. Почему? Нет. Вот спецом, что вот там. Лучшей собакой сегодняшней выставки становится собака породы афган.
А там ждут. Недолго они ждут. Сиди. Угу.